Моя прабабча и прадзядык были поляками, и они стали засланы из Польски в латах 40-х через Сталина по Другой войне световой. Все в моей родине сам поляками, и сейчас мешкаем в Казахстане. Хотела бы закончить тут школу, потом на студии и иметь тут работу, и родину, и уж мешкать в Польше.